Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Физика, 8 класс. Отвечаем на вопросы после параграфа 55. Четвертый вопрос. Какими свойствами должен обладать металл, из которого изготавливают спирали для ленты, спирали или ленты нагревательного элемента? Металл этот должен обладать двумя свойствами. Во-первых, он должен сильно разогреваться. Для этого у него должно быть большое сопротивление. Значит, нужно выбирать материал с большим удельным сопротивлением. Например, нихром. Во-вторых, этот металл должен быть тугоплавким. То есть он должен плавиться при очень высокой температуре, чтобы, нагреваясь, он не расплавлялся. Итак, два свойства должно быть у металла, из которого изготавливают спирали. Первое – большое удельное сопротивление, чтобы нагревался. Второе – высокая температура плавления, чтобы не плавился. Если вы хотите знать ответы и на другие вопросы, следите за новостями сайта онлайн-гдз.нет в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал онлайн-гдз на YouTube.